low-key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. Всем привет, с вами Александр. Сегодня хочу показать, что вот на 17 августа у меня на балконе получилось. Вот смотрите, здесь арбуз такой большой вырос. Осталась вот одна зависть, потому что все остальные я удалил за август, я не знаю. Ну, может, там, конечно, нарастет какой-то. Я думаю, что не очень большой будет. Вот, ну, посмотрим, время еще есть. Сейчас, конечно, очень холодно стало уже. Ночью 9-11 градусов, не больше, поэтому огурцы мне уже пришлось отсюда убрать. То есть они уже не росли, они стали желтыми. Ну, то есть для них уже это слишком холодно. Здесь вот астра расцвела наконец-то. Это карликовая астра. Здесь посажен ну, такой небольшой горшок, два корня. Он красиво цветет. Что еще интересного здесь? Ипомея. Здесь вот огромная озеленила мою стену. Как бы все красиво. Вот долиха срастила. Это долиха, но она пока не цветет. Не знаю, возможно, не хватает света. Сегодня достаточно сильный ветер еще. Вот. Но самое, что в этом году меня радует, конечно, петуни. Вот. Но больше всего это помидорки. Вот, смотрите. Это просто, конечно, целый такой огород получился в этом году. Я побольше посадил, в трех контейнерах они у меня. Здесь вот три вида. Начнем просто. Грозди. Сказочные. Надо уже убирать, потому что некоторые начинают трескаться. Красота, конечно, неописуемая. Они на вкус очень приятны, потому что помидоры черри. Вот здесь, смотрите, вот этот сорт вообще даже очень крупненький. Здесь вообще вот просто усыпенный. Но этот вот вариант этих помидоров я больше сажать не буду, потому что я их вот тут обломал несколько веток, потому что они слишком кустистые, очень мало проходило лучей света и воздуха пробивало очень мало сами помидорки. Вот, ну еще я вот в прошлом видео выкладывал, что я здесь сажал где-то растения, вот типа огурчики полосатые, как арбузики. Вот мелотрия называется это растение. Типа на вкус я никогда не сажал, и на вкус оно типа огурцов, а выглядит как маленькие мини-арбузы. Ну, можно попробовать. Вот, так что вот такие практически уже осень. Такие помидорки у нас тут выросли. Да, красота, конечно. Ну и вкусно все. Сами пробуйте. Просто красота. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока.